Если девочка, то мама меня хотела называть Гюзелью, а если мальчиком, то Персивалем. Здравствуйте, меня зовут Валентина Сезоненко, я профессиональная актриса, окончила мастерскую Николая Владимировича Калиды. Нет, я не готовлю. После спектакля я такая вся в слезах, у меня было длинное платье, такая шляпа, и я побежала в гримерку. Ну, то есть, в смысле, я не знала, куда мне идти, но смотрю, висит табличка, что вход запрещен, и думаю, о, мне туда. Но, конечно, он сказал, что это было очень по-русски. Сейчас. И вот семейное видео, значит, все стоят вокруг, там стоит мама, бабушка, дедушка, кто-то из них снимает видео, я совсем маленькая ползу на четвереньках к маме, а хоббит ползет за мной и снимает с меня штаны. А все взрослые стоят и хохочут. А я к маме подползаю, за подол ее трогаю, вот. А мама не помогает мне, просто хохочет. Все и все смеются. Травля. Bonjour, je m'appelle Valentine Сизоненко. Называемся Валентина Сизоненко. Они заходят, мать с сыном заходят в это помещение, а я тут голая, и она начинает бить меня, бить его, и я прячусь, я через окно вылажу на крышу, а на крыше еще один оператор. Вот это вот моя мать, вот так. Вот так должна выглядеть женщина. Если честно, мне кажется, что уже хватит.